Ребенок вылез. Что это за замечательный ребенок там ползет? Красавица наша. Сейчас, говорит, спущу. Сенька, как я тебя понимаю, вот я тоже так же спускаюсь. Как-то задница не так страшно рисковать. Сенька, ты меня на бис спать будешь, а? Что я буду людям говорить? Почему наш ребенок никогда не спит? Я же весь день спал.